Выводы после праздников предстоит сделать управлением торговли города и области, а также некоторым главам районов. Губернатор Андрей Клычков поставил минус их работе в период подготовки к праздникам. Об итогах проведения новогодних и рождественских мероприятий в муниципальных образованиях шла речь на совещании в администрации области. Ряд районов просто, показали удивительные результаты, организовали мероприятия. Часть районов отнеслись спустя рукава. У нас в каждом районе елки нормальные были. Сами елки. Но у меня за некоторые елки порой хотелось предложить возле дома поставить эту елку. И чтобы родные и близкие посмотрели. Но так нельзя относиться. Мы все привыкли говорить только спасибо. Но, коллеги, нас с вами нужно делать и выводы. Поэтому на следующий год у меня убедительная просьба. Если мы готовим масштабные мероприятия для наших с вами жителей, то нужно относиться к этому как к своим мероприятиям. Если мы ставим елку, так нужно ее украшать по-нормальному. Если мы тратим огромные деньги на приобретение этих елок, так нужно их ставить там, где люди ходят. Если мы с вами вот сегодня в этом году посмотрели украшение площади, всем понравилось. Ярко было, красиво. А все ли мы сделали? 100% не все. По палаткам, по катку, по елкам, по размещению, по украшению улицы Ленина. Я здесь не сторонник говорить, что плохо. Мы сделали 50% от того, что должны были сделать.